старое бревно. А ты старое хочешь взять? Да. Экипаж занимается заменой бревна для самовытаскивания. Потому что старое бревно во время боев за Широкино было перебито осколком снаряда, просто разлетелось на две части, спася корму танка таким образом. Вот мы видим, оно лежит, да, осколок этого бревна с повреждениями. Сейчас из подручных материалов делаем новое бревно. А это, да, бревно — лучший помощник наших гусениц. Помогает нам выбраться из любой грязи. Вот будет новое. Вот здесь видим лобовую часть танка. На нем видны осколки от бронебойных снарядов, которые застряли в броне, но броню не пробили. То есть машина осталась на ходу и выполняла боевые задачи под Широкино во время наступления 10 февраля. Следы эти останутся, будут нам рассказывать о минувших боях, о минувших сражениях. Танк имеет свое собственное имя – Каа, как из Маугли. Сильный, мудрый, старый Каа. Сильный зверь. Грозный, гроза врагов, опора своим. Получает повреждения, но живет и будет жить дальше. Как корабль назовешь, так оно поплывет. Как назовешь свою боевую машину, боевого монстра, таким он и будет. Так и будет воевать.